Вы на лайфе, а значит, в курсе основных событий. Главная новость на сегодня. Посольство России в Киеве подтверждает факт ночного нападения. В диппредставительстве рассказали, что группа неизвестных бросила на территорию посольства дымовую шашку, а само здание обстреляли при помощи салютной установки. В этих кадрах видно, что выстрелы направлены в стекла. Видимо, нападавшие планировали их разбить. И нападавших было около 20 человек. Местная полиция при этом их не задерживала, отметили в диппредставительстве. МИД России уже в курсе этой ситуации, обещал проверить сведения и изучить видео. Завтра в здании диппредставительства будет организовано голосование на выборах в Госдуму. Причем Петр Порошенко заявил, что проводить подобные мероприятия в Киеве невозможно. В свою очередь Дмитрий Песков напомнил, что Киев, как и другие столицы мира, должен гарантировать безопасность голосования, которое организовано на территории всех российских дипломатических учреждений за рубежом.